Добрый день, коллеги. Меня зовут Иван. Я работаю директором по безопасности в группе компании Talentech. Миссия нашей компании – это делать IT-продукты, которые помогают реализовать талант каждого человека. Вот, поэтому мне было приятно принять приглашение стать модератором круглого стола, находящегося на стыке HR и кадровой безопасности. Тема круглого стола заявлена как кадровая безопасность. Да, но кадровая безопасность – это понятие, которое уже, наверное, уходит в небытие. И, наверное, мы в рамках нашей дискуссии попытаемся поговорить о безопасности в процессе управления применения человеческих ресурсов. И тем более, что среди участников нашего круглого стола есть действующий директор по управлению персоналом, HR-директор, это Ирина Самохвалова, HRD Ростелеком Solar. Вот. Также от информационной безопасности в нашем круглом столе примет участие Константин Каманин, это директор по развитию портфеля управляемых сервисов Solar MSS. Павел Белик, вице-президент по безопасности АО «Элемент». Сергей Журин, начальник лаборатории IT-систем АО «Элерон» и доцент кафедры криптологии и кибербезопасности МИФИ. За каждой, не знаю, чугунной свиристелкой, которая делает наша компания, стоит огромное количество людей, которые ее чертят, которые непосредственно принимают участие в процессе производства. И пока век роботизации еще не наступил, мы отойти от применения большого количества людей в производственных и околопроизводственных бизнес-процессах не можем. Задача функции HR в данном случае – привлечь необходимое количество талантов для обеспечения процесса создания ценности, управлять вовлеченностью и развитием этих талантов. Ирина, я ничего не упустил. В целом, да, спасибо, Иван. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. У нас, ну, во-первых, мы говорим кадровая безопасность, и за этим всем мы видим HR как людей, которые нанимают, увольняют и работают с документами кадровыми. Хотя область управления персоналом она намного шире, и она очень часто соседствует с организационным развитием. Это все про эффективность деятельности, про бизнес-процессы, орг-структуры, это очень связанные вещи. Поэтому сегодня хотелось бы как раз с вами поговорить, а как наши HR-процессы пересекаются с процессами информационной безопасности и что зависит от стадии жизненного цикла, на котором находится компания, какие вопросы надо друг другу задать на каждой стадии жизненного цикла. И в идеале, вот мне бы хотелось, чтобы по окончании каждый из вас задумался о том, на какой стадии жизненного цикла находится его компания и пришел к HR уже с соответствующими вопросами. Я работаю в компании Ростелеком Solar не так давно. До этого я работала в компании с большой четверки, занималась HR-консалтингом, и я как никто вообще была связана с соблюдением мер безопасности, потому что у меня были клиентские данные. И у нас каждого человека, который приходил на работу, обязательно обучали, как хранить ноутбук, как оставлять его, как от него отходить, как работать в аэропорту, в кафе, что можно говорить, что нет. Поэтому мы с этим выросли. Поэтому ну, вот эти вот вопросы, они для меня такие вполне естественные. И вот когда зачастую видишь, как в других компаниях небрежно к этой информации относятся, конечно, ну, хочется к этому больше привлекать внимание, и здесь как раз вы, это те самые заказчики для ваших HR, которые и могут и должны их правильно сформулировать им запрос для того, чтобы они поработали с персоналом. Есть некоторые такие заблуждения, что HR, информационная безопасность, ну, не знает, о чем друг с другом разговаривать, вообще иногда не знает, по каким вопросам друг к другу обращаться. Мы об этом сегодня поговорим как раз вот про каждую стадию жизненного цикла и
подумаем вместе с вами, кто такие нарушители, что с ними делать. Когда мы встречаемся, когда у нас заводится диалог HR и специалист по информационной безопасности, как правило, это означает, что уже что-то случилось, какой-то инцидент, мы его обнаружили, и надо дальше предпринимать какие-то меры. И вот только там мы начинаем о чем-то разговаривать, сценарий вполне понятен, он заканчивается, всегда идет по какому-то такому накатанному маршруту. А вопросов, которые мы должны обсуждать, их многим больше. И чтобы мы лучше себя понимали друг друга, я хочу вам сегодня показать на примере разных стадий жизненного цикла. Есть такая кривая жизненного цикла организации по Ицхаку Адизесу. Это такой гуру в организационном менеджменте. У него масса теорий, это одна из самых удачных и понятных, то есть ее прелесть в простоте. Все мы понимаем, что любой ребенок или организация проходит естественно смену циклов от младенчества, юности, зрелости, старости к смерти. То есть никто еще этого процесса не избежал, никак не изменил. И организация ровно такой же путь проходит. Просто она может находиться долгие годы на какой-то одной стадии, и этих стадий описаны характеристики. На каждой стадии интуитивно понятно, что происходит. Мы вот немножко с вами сейчас пройдемся, и вы сможете понять, на какой стадии находится ваша компания. Когда происходит, вот компания только-только зародилась, понятно, что есть идея какая-то, и никаких еще процессов информационной безопасности просто рядом нет. Есть группа товарищей, все знают всех, все занимаются всем. И все воодушевлены этой идеей, они начинают продавать эту идею на рынок. И вот наступает стадия бурного роста. Выручка уже растет, но все равно режим экономии никто не отменял, свободных денег нет. Информационная безопасность, она требует денег. Даже хороший HR на этом этапе требует денег. Вот. Структура обычно неформальная, зоны ответственности четко не определены, непонятно, ты своим делом занимаешься или нет. То есть все еще находятся на стадии, когда можно кого-то подменить, решения принимаются очень быстро. И там никто не следит за утечками данных, потому что не до этого. Очень бурный рост происходит. А в этот момент очень важно начинать задумываться, потому что смотрите, что происходит. У компании в этот момент нет ни репутации, и, как правило, один продукт. И если мы теряем либо клиентскую базу, либо этот продукт, либо что-то происходит с бизнесом, если он весь в интернете, интернет-магазин какой-то, то все, компания перестает существовать. Если компания находится в более зрелой стадии, у нее продукт может быть не единственный, она может удар по репутации еще как-то пережить, то вот на этой стадии это все, это означает уже смерть. В этот момент HR занимаются только наймом обычно, а во всем остальном у них индивидуальный подход. Кто-то заходил в какой-то тренинг, отправили на тренинг. Ведут кадровое администрирование, фиксируют стадии приемов, переводов, увольнений. Больше ничего, то есть то, что требуется трудовым законодательством, плюс подбор персонала. И в этот момент нанимают всех, кто готов идти на любую идею. Здесь очень важно понять, кого мы нанимаем, есть ли риски в этих людях, есть ли потенциальные нарушители среди наших кандидатов. Потому что в этот момент нет ни проверки службы безопасности еще, нет никаких-то понятных процедур найма. То есть мы увидели человека, который вдохновился нашей идеей за маленькие деньги, готов присоединиться к небольшой команде, и мы его с радостью берем. Обычно нет никаких процедур хранения документов, правил работы с компьютерами, правил работы с внешними носителями информации. IT системы сами находятся в таком достаточно примитивном состоянии, то есть они иногда еще даже не лицензированы, не лицензионные ПО, вот просто чтобы выжить и вырасти. То есть вы уже сами понимаете, что на этой стадии, рано говорить о какой-то сформировавшейся службе информационной безопасности, запрос вот на этой стадии уже возникает к процессам, по крайней мере, которые далее будут особенно востребованы. Стадия юности. Уже появляется, то есть мы уже так набросли клиентской базой, у нас растет численность, появляются подразделения, появляются бюджеты на различные сервисы, появляются, мы строим процессы, мы уже начинаем договариваться, кто чем занимается, мы уже формализуем какие-то цели, какие должны достигнуть, то есть мы наняли большое количество людей, их уже надо удерживать.
И здесь HR занимаются на этой стадии жизненного цикла не только уже наймом, а уже адаптацией, уже надо понять, как обучать этих людей, куда они пришли, как им объяснить, куда они пришли и что от них здесь ожидается. Уже мы начинаем обучать и развивать людей, объяснять им какие-то правила игры. Уже появляется запрос на командные мероприятия, потому что мы уже хотим чувствовать себя как команда, чтобы плечо к плечу против там, каких-то внешних угроз. То есть здесь уже появляется простор для других вопросов, связанных с защитой и данных, и в том числе персональной информации. Ну и вопросы вознаграждения здесь особенно уже возникают. Ага, я достиг каких-то результатов, я хочу, чтобы мне справедливо за это платили. И здесь как раз возникает особенный интерес возникает к основам киберкультуры. То есть мы уже понимаем, что вот именно здесь через людей могут воздействовать на организацию. Именно здесь могут к каким-то интересным людям прийти, потому что здесь люди очень большую роль играют вот на этой стадии. И через них получить доступ к клиентским базам, к конфиденциальной информации компании. Здесь очень важно проводить инструктажи сотрудников прямо сразу на входе, потому что компания продолжает расти, процессы меняются, стадия жизненного цикла еще такая, очень, очень бодрая, дух стартапа еще сохраняется. И очень важно в этот момент прямо на входе людям объяснять, что можно, а что нельзя. Ну и вопросы вот как раз compliance, они пронизывают уже все процессы. То есть мы уже начинаем соблюдать требования законодательства, регуляторов, каких-то основ взаимодействия в отрасли. Дальше самое интересное, вот стадии расцвета и стабильности, это те стадии, на которых возникает в принципе служба информационной безопасности как отдельное подразделение. Здесь в организации в этот момент уже понятные, формализованные бюджеты, компания обычно уже в этот момент выросла, штат сформировался, структура такая уже формальная, понятно, кто за что отвечает, уже прописаны процессы, многие регламенты оформлены, и начинается фокус на повышение эффективности автоматизации. В этот момент в HR что происходит? У нас уже обычно развиты все HR-направления, а это я перечислю, это подбор с адаптацией, это обучение и развитие, карьерное планирование, оценка, это компенсации льготы, да, где мы определяем, кому за что, сколько платим. Это уже здесь развивается внутриком, потому что мы должны людям объяснять, рассказывать какие-то вещи и организовывать взаимодействие сотрудников. Здесь ну, продолжает как раз, конечно, еще кадровое администрирование присутствовать, и уже здесь зарождается HR-аналитика, потому что нам уже нужно заниматься удержанием персонала. Мы интересуемся тем, чтобы о людях знать все, а кого как не HR, все, вся информация о людях, она вот в прямом доступе. Мы о них знаем все, откуда они пришли, где родились, какое у них семейное положение, где учились, где перед этим работали. Как, вот, у кого как не HR, вся информация о людях в распоряжении. HR-аналитика зарождается вот на этой стадии. Уже большая численность, можно делать какие-то интересные модели. И как раз здесь начинаем взаимодействовать с информационной безопасностью. Вот здесь сотрудники службы информационной безопасности начинают вовлекаться во все процессы. Благодаря HR-аналитике не только начинают прорабатывать всевозможные превентивные инструменты, чтобы уже не просто тушить пожар, когда что-то случилось, а предварительно прорабатывать вопросы обучения сотрудников, их осведомленность о том, что такое нарушение. И иногда сотрудники просто даже сами не знают, что они нарушают. Вот, поэтому здесь вот превентивные вот эти способы и тренинги сотрудников находятся вот прям в самой активной стадии на потоке. Стадия аристократии. На стадии аристократии происходит часто следующее. Компания привыкла к тому, что она либо лидер рынка, либо у нее очень устойчивые позиции. У них растут расходы, а выручка уже начинает немножко падать. Начинаются политические игры внутри коллектива, одни против других дружат с этими, и начинаются, если ты кого-то знаешь, то это уже гораздо важнее, чем то, что ты умеешь. Вот в таких организациях обычно все уже прописано и очень сильно сопротивляются любым изменениям, могут даже покрывать какие-то нарушения, если это свои люди. И часто в этот момент начинает пересмотр численности, когда люди не свои, это люди те, с кем мы расстаемся,
возникают риски того, что те, кто уходит, могут с собой что-то унести. Вот здесь вот, внимание, переходит на контроль и у HR, и у информационной безопасности. Фокус на контроль. Здесь уже важны иерархии, здесь уже важны, когда начинается сокращение численности, соблюдение всех процедур, связанных с контролем и доступов к информации и утечек. Вот. И охота на ведьм – это когда мы находим виноватых, и у нас как раз очень здорово всем рассказать, что вот мы нашли каких-то нарушителей, вот это они во всем виноваты, а все остальные у нас хорошие. В этот момент при диалоге с информационной безопасностью очень важно обсудить, как нам сохранить и людей, и информацию. Потому что это сейчас становится главным активом, особенно вот на всех стадиях, но вот на этой начинают уже толковые люди посматривать, а не пойти ли мне куда-то в более динамично развивающуюся компанию, где меньше регламентов, меньше политических игр, мне хочется дело делать, а не процедур какие-то соблюдать. И вот здесь вот служба информационной безопасности может стать как раз соблюсти вот этот вот, помочь соблюсти вот этот баланс интересов между бизнесом и контролем. То есть как понять, в какой момент надо перестать контролировать, дать людям свободу, потому что слишком много контроля, это вот компании грешат именно на этой стадии, они начинают контролировать все и тем самым мешают компании развиваться, мешают компании долго оставаться на стадии стабильности роста, вот именно этим вот тотальным контролем, запретами, ограничениями, и тем самым ограничивают инициативу, готовность людей к изменениям, готовность людей к каким-то внутренним стартапам. И вот здесь очень, вот не перегнуть, это прям вот основное на этой стадии жизненного цикла. Стадия бюрократии. Это уже стадия, которая предшествует совсем закрытию организации. На этой стадии мы теряем, зачастую теряем прям клиентов на глазах, все конкурентные преимущества. В основном все общаются письменно. Главная характеристика этой стадии – это как раз общение переводится в письменный формат. На этой стадии очень высокая текучесть, и особенно среди тех, кому есть куда идти. Остаются с нами обычно те, вот на этой стадии, кто не смог найти себе какое-то хорошее место, интересную работу. HR в этот момент, его задача просто сохранить экспертов и максимально сокращать расходов. То есть сокращение на этой стадии это обычное явление, а HR только всех поддерживают, что ну вот не переживай, все будет нормально, справимся. Вот на этой стадии могут сформироваться внутренний стартап, то есть если правильно сумели сохранить баланс между слишком много контроля и такой определенной свободой, здесь могут сформироваться внутренние стартапы, которые в какой-то момент могут вытащить компанию, но уже маловероятно. То есть это уже просто могут быть спин-офф компаний, которые отойдут и будут делать свой бизнес, то есть начнут цикл заново. Они родятся отсюда и будут также идти, возвращаясь по всем стадиям жизненного цикла, проходить уже новый путь. И вот здесь вот как раз информационная безопасность на этой стадии становится важнее всех остальных процессов, потому что последнюю вот эту ценность, которая есть в компании, просто унесут, разберут на кусочки, на другие компании, либо те люди, которые уходят к конкурентам или в другие организации, они просто все это заберут с собой. Вот, и в информационной безопасности вообще самый важный момент – это, конечно, история, связанная с осведомленностью. История, связанная с тем, чтобы в каждый момент времени люди знали, нарушают они или нет. А что делать всем нам вместе в процессах наших, чтобы не возникло этих нарушителей? Чтобы люди понимали, как через них в компанию могут проникнуть любые заинтересованные лица с целью мошенничества или кражи конфиденциальной информации. Вот. И вот здесь вот хотелось бы вас привлечь к такому диалогу, во-первых, с HR-ами. Я очень хочу, чтобы вы вернулись, вот, то есть информационную безопасность, вернулись к своим HR-ам, и задали им правильный вопрос. Вот сегодня, там, где мы находимся,
мы что с тобой можем вместе сделать, чтобы на одном языке разговаривать и правильные процессы у нас бы происходили в организации, чтобы мы превентивно сделали все необходимое для того, чтобы вот не произошли те случаи, из-за которых мы в последнее время с тобой чаще других встречались. У меня все. Если есть вопросы, готова ответить. Ирина, спасибо за интересный доклад. Мы получили ряд инсайтов и, наверное, да, по возвращению в свои компании начнем больше и плотнее дружить со службами управления персонала. Есть ли в зале вопросы к докладчику? Вот тут совсем недавно имел место быть юбилей китайской культурной революции. Вот одним из лозунгов, который нашел отражение в известной красной книжке председателя Мао, была такая фраза: чтобы выпрямить, надо перегнуть, не перегнешь, не выпрямишь. Вот с точки зрения HR, это правильные слова. И вот второй вопрос прицепом, уж более серьезный и практический, вот на стыке ИТ и Б. Вот расскажу про свою историю, что 3 года назад подразделение, где я раньше работал, просто закрыли. Но оказалось, что мой старый корпоративный адрес работает, на него там исправно поступают письма. И вот кто должен отвечать там за удаление? Это значит, что в принципе у меня есть там остается учетная запись, которой могут воспользоваться нехорошие люди потенциально. Вот кто, дыра в безопасности, вот кто должен отвечать за удаление вот таких неактуальных данных? HR или ИТ, в принципе, ИТ знать совершенно не обязан, кого увольняют, особенно если увольнений много. Спасибо за вопрос. Давайте с первого начну. По поводу перегнуть. Да? Знаете, как говорят, где тонко, там рвется. Вот здесь сломается там, где слабое взаимодействие, слабая культура. Поэтому как раз HR заинтересован в том, чтобы построить сильную корпоративную культуру, где высокий уровень осведомленности сотрудников о том, где риски. Что касается второго вопроса по поводу того, кто отвечает за то, чтобы ваша учетная запись после увольнения была удалена, здесь вопрос, как построить процесс. HR-то вас из HR-систем удалили, к ним-то вопросов нет, они свою работу сделали. А это вопрос взаимодействия и информирования. Это то, к чему я вас призываю как раз. Разговаривайте друг с другом. Надо вести диалог. И ну вот у нас, например, есть внутренняя рассылка по каждому вольному сотруднику, который получает сотрудник IT-службы. Он сразу же, человек, который написал заявление, отключает от всех возможностей что-либо сделать с данными компании. И через какое-то время, когда наступает дата увольнения, его отключают от всех систем окончательно и удаляют его учетную запись. Вопрос информирования. Ирина, добрый день. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, кто должен дать команду на сближение, руководство или рядовые сотрудники к общению, я имею в виду? В вашей компании как это происходит реально? Вот коротко, прям 2 слова. Спасибо. Я думаю, что это взаимное такое движение должно быть со стороны специалистов IT и HR. Не надо ждать решения руководства. Все взрослые люди вполне в состоянии осознать преимущества от коммуникации и риски от отсутствия этих коммуникаций. А давайте еще послушаем мнение коллег из лагеря безопасности. Павел, Сергей, Константин. Ну, складывается такое удручающее впечатление, что как минимум половину своего жизненного цикла компания живет в неком хаосе, на неком энтузиазме, с исключительно неквалифицированными специалистами, которые сначала приходят за 30 копеек, работают только за идею. Такого не говорила. Нет, ну я вот работаю только за идею, ничего не соблюдают, ни на что не смотрят. И как бы, мне кажется, это не совсем так. Дело в том, что когда начинают набирать людей в компании, естественно, выбирают лучших. Конечно. За нормальные, достойные деньги. А раз выбирают лучших, то эти лучшие, когда придя в компанию, берут, приносят с собой практики. Пусть не самые лучшие, но хотя бы средние. А даже средняя практика по линии безопасности, она предусматривает, что создается некая нормативная база подразделением безопасности, в том числе по вопросам информационной безопасности, которая в компании утверждается. Часть этих документов в обязательном порядке передается в HR,
И когда новые сотрудники приходят, принимаются на работу, HR, как говорите, где они тут пересекаются? Пересекаются еще как. Тот самый момент, когда вы человека оформляете на работу и говорите, а вот ознакомься, пожалуйста, с политикой информационной безопасности, с правилами работы с электронной почтой и другими вещами, посвященными работе компании. Ну, как ни странно, большую часть это именно по линии информационной безопасности, включая конфиденциальную информацию и коммерческую тайну. Вот. Это обычно происходит, начиная со стадии юности. Это обычно происходит тогда, когда в компании начинается нормальная работа, приходят люди, начинают делать свою работу. Неважно, на какой стадии. Юность, не юность. Взяли его безопасника, взяли его ИБшника. Он пришел, посмотрел. В компании ничего нет. Людей сегодня принимают на работу, завтра дают доступ, причем учетная запись создается. Вася, к нам Петю убрали, Петя выходит завтра, его фамилия. Ты им там учетку создай. Что мешает сделать нормальный документ, который подписывает сразу? Ну, не очень сложно, что вот таким образом создается учетная запись. Таким образом, уважаемый HR информирует IT, безопасность, о том, что вот нужно создать запись, где обязательно присутствует руководитель этого будущего сотрудника, который, да, ок, человек выходит, вот надо ему дать доступ к таким-то ресурсам. Павел, а можно вот я задам такой встречный вопрос? Вот мы с вами отмотаем наш карьерный трек назад. Вот мы приходим как раз в компанию, которая находится на раннем этапе жизненного цикла. Да? Нам вроде бы как инвестор говорит, я задумываюсь о том, что безопасно ли все у меня. Вот, и нас ставят ответственным за это. Как, по вашему мнению, кто должен вот, в вопросах безопасности управления человеческими ресурсами, кто должен сделать первый шаг? Мы как безопасность прийти к службе управления персоналом, либо они к нам, либо мы должны спровоцировать какой-то административный ресурс, который это сделает? Да нет, нормальный вменяемый безопасник первым придет, если надо, и в управление. Я в шутку называю по борьбе с персоналом. Вот. Ну, это без всякой задней мысли, чтобы коллегам было веселей. И, соответственно, сказать, слушайте, вот приходят люди, вот у нас абсолютно какой-то беспорядочный хаотический прием, ни кандидатов там вы нам не присылаете. Выходят люди, вот мы начинаем смотреть их прошлогую, так сказать, прошлую жизнь, а там вот такие-то проблемы. Мы человека взяли на работу. У Олега Седова вопрос. Павел, а можно уточнить, как выглядит портрет свойства качества нормального, вменяемого безопасника? Это кто? Ну, это тот человек, который как бы имеет определенный опыт работы, и придя в компанию, сразу находит те самые слабые места, в том числе и в отсутствии нормативной базы, в отсутствии каких-то процессов, в отсутствии даже каких-то подразделений, потому что некоторые компании на этапе стартапа, они же экономят на всем, и, соответственно, там многие вещи выполняются силами всех остальных. Кто свободен? Ты свободен, давай помоги, вот сделай то-то. Так и в процессах. Мне кажется, это выдуманный персонаж, потому что такой человек не пойдет в стартап, где он потеряет в деньгах на порядок. Я же уже вначале сказал, что речь идет о высококвалифицированных и достойно оплачиваемых. Да, Ирина? Вот Ирина сказала да. Ну, секунду, подождите, давайте закончим. Теперь по поводу, вот Иван сказал по поводу там, денег и так далее. Вот все вещи, которые я вам перечислил, написание документов, договоренности, налаживание процессов, это компьютер, бумага, ручка, ну, принтер. Все. И приказ, который эти документы утверждает. Дальше доведение до персонала, и персонал по ним начинает жить. А безопасность уже пока даже без системы DLP, без каких-то дополнительных ресурсов по информационной безопасности, хотя бы так осуществляет и решает эти вопросы. Выявляет факты, приходит к руководителю и говорит, уважаемый, вот выявлен такой факт, а вот была бы система DLP, мы тебе 10 бы фактов выявили. Вот у нас сейчас вот не работает вот этот процесс, а если бы было вот так, эффективность была бы лучше. Да. У меня теперь еще вопрос к Ирине, еще один. Мы с вами тоже отматываем наш карьерный трек назад, и вы приходите там руководителем, директором, ну, HRD в стартап. Вы понимаете, что вопросы кадровой безопасности болят. Вы будете инициировать как бы фокусировку усилий на этих вопросах, как HR,
и нормальная ли для HR практика задуматься о том, все ли безопасно у нас с управлением персонала, учитываются ли те самые риски, которые вы обозначили в своей презентации? Мне кажется, здесь очень важно, что, например, если тебе не все равно, ты точно пойдешь и будешь такие вопросы поднимать. А если не будет кейсов, которые будут возвращаться в HR в виде «вот там что-то случилось, надо применить дисциплинарные взыскания» или «надо что-то там уволить кого-то за нарушение информационной безопасности», HR ничего не будет делать, у него есть чем заняться, поверьте мне. А вот если таких кейсов будет много, и руководство будет раз за разом приходить и говорить, нужно дисциплинарное взыскание, нужно уволить, вот тогда HR поднимет этот вопрос. Потому что HR, поймите, они не по борьбе с персоналом, им не хочется заниматься постоянно дисциплинарными взысканиями, увольнениями, это портит карму, мы не хотим этого. Поэтому мы лучше будем всех обучать, мы лучше будем правильно нанимать людей и правильную культуру внутри создавать, чем заниматься вот этими вот вопросами. Я, например, слышал такую штуку, что у нас, во-первых, жесткий дефицит айтишников, например, тех же самых, это первое, и доходит до того, что толковый разработчик до 30 офферов в день получает, просто объявив о том, что я ищу работу. Вот. И там некоторые контроли безопасности, наверное, отпугивают людей или не отпугивают. Вот. И как вообще на процесс сорсинга, скажем так, наша деятельность как безопасников влияет. А также, как сейчас бизнес смотрит на альтернативные источники талантов, типа различных привлечений фриланса, аутстаффинга и так далее. Есть по разным оценкам данные, что сейчас на российском рынке где-то от миллиона до полутора миллиона дефицит айтишников. От миллиона до полутора миллиона человек. Вот можете себе представить? А если учесть, что у нас в 90-х годах была демографическая яма, молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, это как раз результат той демографической ямы, их в принципе мало. У нас прям жесточайший дефицит. Кандидаты настолько избалованы, что чуть ли не деньги за интервью с собой уже просят. То есть выманить кого-то на интервью прям очень тяжело. Зарплаты, которые они хотят, ну вы сами, наверное, с этим сталкивались, они просто необоснованно растут, никакого объяснения нет, почему молодой парень 23 лет хочет 700 тысяч рублей в месяц. Вот никакого объяснения этому найти невозможно, кроме того, что это просто высокий спрос. И что сейчас на рынке труда происходит? Как только кандидат публикует свое резюме, сразу же, как только HeadHunter обновился, роботы начинают прозванивать по ключевым словам, таких вот, находят такие резюме, начинают прозванивать. Если там на том конце провода отвечает тоже живой человек, это не фейковое резюме, этому человеку, его сразу переключают на рекрутера, он начинает с ним общаться. Если по итогам общения выясняется, что это плюс-минус тот профиль, который нам надо, сразу человеку в почту прилетает conditional offer, такой условный offer до проверки службы безопасности. В этом офере мы говорим, что мы потенциально готовы тебя взять. Если впоследствии мы с тобой очно встретимся и служба безопасности ничего на тебя не найдет, то все, мы тебя готовы принимать. То есть вот такие one-day offer, offer за один день, это сейчас на IT-рынке достаточно распространенная практика, просто порожденная дефицитом на рынке труда. Конечно, нам здесь важно понимать, что мы, например, хотим всех кандидатов очно смотреть. Но если он у нас к нам пришел уже с 30 офферами в кармане, вот какие нам надо, извините, танцы перед ним станцевать, чтобы он выбрал нас как работодателя, а не любую из тех компаний, которым мы прислали офер. Они могут для него вообще ничем не отличаться. То есть нам здесь, как HR, уже нужно проявлять все чудеса ловкости, чтобы произвести впечатление. И если нам в этот момент служба безопасности будет говорить, у нас срок проверки 10 дней, но мы просто ни одного кандидата не наймем. Спасибо за ответ. Ну и, в принципе, симметричный вопрос к коллегам из противоположного лагеря. Ну, как противоположного? Мы вместе дружим, да? Но по разным сторонам, по разным берегам одной реки, да? Вот. Хорошо, да? Вот. И пришла Ирина, говорит, 10 дней too much. 10 дней too much. Или нам на этот проект, нам этот проект надо затащить, давайте пойдем на рынок фриланса, возьмем людей. И нам люди нужны здесь и сейчас. Что мы можем предложить? Как мы можем адаптироваться? Чем мы можем помочь? Коллеги.
Ну, наверное, во-первых, еще зависит, насколько риск утечки той информации, с которым работает фрилансер, приведет там, к гибели нашего бизнеса, насколько ключевые риски. Может быть, можем немного снизить там, время на проверку и так далее. Но если это ключевой топ-менеджер, мы не можем снизить. Нет, понятно, что мы применяем, конечно, рискоориентированный подход, но надо. Мы должны вырабатывать какие-то компенсирующие мероприятия и идти навстречу. Я думаю, я Ирине не пошел бы навстречу. Спасибо. Но в разумных пределах. Можно ограничить доступ к части информации, чтобы информацию не текла. Ну, а с определенными мероприятиями, конечно, я так уж пошутил. Ну, собственно, там основной поинт, нам надо быть гибче. Да. Человек может начать работать, но мы не даем доступ к всей информации, а параллельно его проверяем. Параллельно процессе, проверяем, да. Расширяем доступ. Да. Ну, как лайфхак, как подход, да. А тенденции, простите, дополню, тенденции в HR наоборот, чтобы всех фрилансеров интегрировать максимально в процессы. Их начинают, за границей вообще это абсолютный тренд, их начинают интегрировать в процессы адаптации, обучения, их в пенсионные планы включают, просто чтобы они приходили на работу и чувствовали себя частью организации, неважно, на какой кусочек работы они приходят. Иногда бывают ситуации, что этих самых 10 дней просто нет. Просто вот приходят и говорят, вот этот человек завтра выходит на работу. Не обсуждается, почему это. Решение принято, там акционерами принято, кем-то еще, неважно. Вот он завтра выходит на работу, ты можешь возражать как хочешь. Поэтому вот тут действительно мероприятие по... Уже человек выходит на работу и начинает смотреть, что это за человек, как, куда и так далее. Ну, естественно, в срочном порядке проводим какие-то проверочные мероприятия, чтобы хотя бы за эти первые, там, первую неделю уже собрать о нем информацию и понимать, кто, куда, чего и как. А если найдете что-нибудь? А дело в том, что безопасность, вот мы когда обсуждали вопрос, она ни в коем случае не должна мешать. Она информацию собирает и говорит руководителю, бизнесмену, руководитель, вот ситуация такая, ты решение принимай. Ты отвечаешь за бизнес, а мы тебе информацию собрали, пришли и сказали, наше мнение такое. Хочешь с ним соглашайся, если ты не согласишься и примешь этого человека с негативным бэкграундом, мы будем работать с ним, но мы будем, естественно, к нему более внимательно за ним смотреть, ну, и как-то своими там заниматься какими-то еще вещами по контролю более тщательно, тем более, если это связано там с закупками, с работой с контрагентами, работа с... другими подразделениями, связанными с материальной ответственностью. А тут еще может быть аспект, если это штучный специалист, пусть с негативными характеристиками, тогда может стоит его рассмотреть, чтобы убрать. А если таких, в принципе, на рынке много, то давайте подождем и подберем. Ну, то есть если штучный специалист, за которым мы видим кадровые риски, мы, наверное, уже в тренде таком, что мы не всегда отказываем, но чуть-чуть больше его контролируем и действуем, исходя из... тех артефактов, которые от его деятельности остаются, и от тех рисков, которые он приносит своей работой. Хотелось бы остановиться и успеть еще на одном аспекте коротко и, наверное, синхронизироваться со всеми участниками во мнении. Есть такое понятие контроль эффективности, аналитика эффективности и целеполагание сотрудников. Как бы организацию этой работы, опять же, традиционно, наверное, за HR-подразделением, Ирина, я не путаю сейчас. Организация методологии этой работы и так далее. Зависит от компании. Иногда HR, иногда есть подразделения отдельно организационного развития, корпоративного развития. Они могут вместе быть с HR, могут нет. Понятно. Вот. Какие вообще есть подходы к измерению эффективности к аналитике эффективности цифрового диджитализированного современного сотрудника? Ну, эффективность, да, эффективность это, ну, она просто рассчитывается. Это результат по отношению к затратам на получение этого результата. И мы считаем процесс или продукт эффективным, если затраты на получение этого результата были меньше, чем ценность самого результата. Так вот, чтобы оценить эффективность, важно иметь несколько метрик. Как мы померим то, что мы получили, и как мы померим то, что потратили. Обычно вся эта информация есть в распоряжении руководителя подразделения. Если у него нет информации о том, сколько мы потратили, это можно у финансиста всегда запросить. Но по большому счету оценить эту эффективность может сам руководитель подразделения. Он знает, какие цели он ставил, он может оценить, как раз достигли этих целей или нет, тот результат получен или нет. А как влияет, например, излишний или там, недостаточный контроль со стороны
информационной безопасности, службы безопасности, на эффективность и результативность сотрудников, на их вовлеченность? Так много всего сразу. Давайте про вовлеченность. Угу. Вовлеченность – это, ну, по сути, это готовность сделать что-то такое сверхусилие какое-то, да, над тем, что ты уже делаешь в своей работе. И вот говорят, что если в компании сотрудники вовлеченные, да, ну, высокий уровень вовлеченности, он легко меряется опросами, то такие компании дают на 25%, они на 25% более эффективны. То есть между эффективностью и вовлеченностью связь прямая. И какая здесь роль информационной безопасности? Вот здесь, мне кажется, не перегнуть. Это вот к вопросу, который коллега задавал. Вот если перегнуть, никакой вовлеченности вообще речи быть не будет. Мы получим какую-то эффективность, но на краткосрочном горизонте. В долгую это ничего не будет работать, просто те люди, которые дают нам максимальную эффективность, они просто уйдут. Ну и то есть, вспоминая прошлый наш вопрос, да, если там тот же самый айтишник может просто выставить свое резюме на известном ресурсе и получить 30 предложений о работе, он просто подумает, да нафига мне это надо, когда большой брат смотрит за мной и убежит. А кем-то работу делать надо. Вот. А тогда вопрос как раз к коллегам из безопасности. А не пора ли нам отойти, не пытаться перетягивать, там, не знаю, я знаю ряд практических кейсов, где служба безопасности пытается перетянуть одеяло на себя, там пытаются говорить именно о контроле эффективности по тем там цифровым следам, которые сотрудник оставляет в информационной системе, да? И не пора ли нам тут стать, скажем так, таким неким аналитическим поддерживающим центром, да, и обеспечить, ну, там, ну, как бы это странно ни звучало, некой постмортем функции, которая просто помогает, да, по запросу. Ну, то есть... Слушай, можно я тут вот в продолжение предыдущего топика немножко наброшу, да, вот, что как не напугать? Вот мне кажется, что на вовлеченность вот сильно влияет как ощущение сотрудника, да, вот зачем вообще служба безопасности работает. Да, то есть если у сотрудника есть ощущение, что его априори во всем подозревают, да, и он вот просто под подозрением, и все, и он, конечно, ему будет бояться сделать лишний шаг. Да, если сотруднику нормально доносить, что ну вот в компании такие правила, ты работай, ты там, все, к тебе претензий нет, вот, ну, как бы, да, компания вот там параллельно ведет какую-то деятельность, но ничего страшного. То есть и здесь как бы, тогда у сотрудника не возникает ощущения, что вот его там сейчас за какое-то его сверхусилие, там, не дай бог, какое-то действие возьмут, там придут и начнут, значит, ругать или там пытаться уволить. Тогда, в общем-то, на вовлеченность это, я считаю, не влияет. То есть здесь важно доносить правильно вот смысл мер по информационной безопасности, которые применяет компания, да, таким образом, чтобы вот сотрудник это адекватно просто воспринимал. То есть здесь, ну, не означает, знаете, как, чтобы не напугать, надо вообще помножить и Б на ноль. Нет, конечно, надо просто правильно объяснить и сказать, что, ну, правила такие, вот все, ты работай, а мы будем смотреть. Я бы сказал, что в этой ситуации брать на себя роль судьи и мерила, хорошо сотрудник работает, вовлечен ли он подразделением безопасности в целом, и Б ни в коем случае нельзя. Это немножко другой функционал. Если поступает задача собрать информацию о вовлеченности, о контроле рабочего времени сотрудникам, ее, естественно, надо выполнить и проинформировать уважаемых руководителей, что вот сотрудник работает так-то так, столько-то времени занимается тем-то, тем-то. А дальше уже руководитель сам будет принимать решение, нужен этот сотрудник, эффективно он работает, потому что при всем при том есть достаточно много талантливых людей, которые выполняют свои задачи, перевыполняют свои KPI, о которых почему-то никто не вспомнил. Вот. И тем не менее, достаточно какое-то время могут заниматься своими вопросами в интернете и так далее. Там, на просмотре сайтов, решая какие-то еще вопросы. Но тем не менее, их не убирают, их не увольняют из компании, потому что он эффективен, он работает, он устраивает руководство. А безопасность только получает, собирает информацию, потому что это достаточно затратно с точки зрения, в том числе, из человеческих ресурсов, контролировать всех и вся, вот, и информирует руководство. А дальше уже менеджеры принимают решение. Так вот как раз об этом и речь, то, что, там, ну, давайте на частном примере, да, собрали там статистику по использованию ресурсов, да, работе там с ноутбуком,
там, руководителю довели, и вот видно, что да, человек там выполняет свою работу хорошо, руководитель это знает, но вот он там, я не знаю, 5 минут в день новости читает, чтобы внимание переключить. Да, вот дальше от руководителя зависит, кто он, если начнет к сотруднику приходить, да, вот объясни мне, почему ты новости 5 минут читал. Вот видишь, у тебя написано, вот ты документ подписывал, что ты не можешь нецелевым образом использовать ресурсы компании. Тогда это как бы, ну, такой необоснованная придирка, наверное, будет. Да, у сотрудника будет формироваться такое впечатление, что, слушайте, я вроде работаю, да, я там как бы вот, результат у меня хороший, а тут у меня, ну, подумаешь, новости почитал, ничего страшного уже я не сделал, а мне вот что-то тут на вид это ставят. Да, вот это начнет будоражить, это как раз вот начнет как бы снижать вот эту вовлеченность сотрудника, да, и вот такая реакция будет просто неадекватной, ну, со стороны компании, потому что руководитель – представитель компании. Вот. А при этом само знание сотрудника о том, что там компания мониторит эффективность его работы или использование ресурсов, ну, не хорошо, не плохо, опять же, здесь, ну, знает и знает, ну, я знаю, что мониторит, ну и что? То есть это как бы на мою вовлеченность не влияет, ну, то есть я при этом там работаю, да, и мне никто там, если я пошел, там, не знаю, HeadHunter посмотрел, никто не говорит, зачем ты пошел HeadHunter посмотрел, потому что я людей нанимаю просто, и мне интересно, что на рынке происходит. Не потому, что я там решил там точку зрения свою поменять. Как раз и зависит, как вот спозиционировать перед человеком те меры, которые принимает компания. Вот. Важно не напугать просто. А так я согласен, что ИБ здесь скорее в режиме такого консультанта выступает, да, то есть информацию собрали, дальше там бизнес, ну, это или руководители, или там акционеры, или директорат должны решать, а что же с этой информацией делать и какое управленческое решение принять. Вот. И как раз в ходе нашей дискуссии прозвучало несколько раз слово «осведомленность». Да, например, мы нашли того самого единственного айтишника и успели до 30 сделать, первыми из 30 прийти, дать ему офер на 100 тысяч миллионов, и он решил, что у нас кофе вкуснее, чем у наших конкурентов, а смузи более холодный. И он решил выйти к нам на работу. Мы его адаптировали. В принципе, с его эффективностью, вовлеченностью и целеполаганием работаем на должном уровне. Но нам его таланты необходимо и развивать в интересах бизнеса. Да? Вот как раз есть мнение, да, что сейчас все сотрудники, так сказать, либо оцифрованные, либо уже к нам там, молодые сотрудники начинают приходить уже цифровые, которые не знают, что такое жизнь без смартфона, например, в руках. Да, которые не знают, что такое жизнь без интернета, которые не знают, что интернет когда-то оплачивался поминутно вообще, а то и посекундно, в зависимости от тарифа. Да. И вот эта вот вся диджитализация, ну, есть мнение о том, что кибербезопасность, там, киберкультура – это один из основных навыков, в принципе, диджитализированного сотрудника, потому что он существует в какой-то цифровой экосистеме, И, собственно, он должен безопасно обращаться к информации. Да? Если, вот вопрос сначала к Ирине, если мы видим, да, низкий уровень осведомленности в навыках кибербезопасности, киберкультуры, она по-разному называется, да? Ну, низкий уровень практического навыка компании, чья это ошибка? Это ошибка ЦИСа, это ошибка HRD, кто в компании отвечает за развитие талантов, кто в компании отвечает, ну, какая вообще ролевая модель вот этой вот шахматной партии? Если речь идет о осведомленности в части информационной безопасности, киберкультуре и прочем, то здесь служба информационной безопасности для HR выступает внутренним заказчиком. То есть он может прийти и сказать, а давайте мы сделаем тренинг, или давайте мы на входе всем будем проводить такой welcome-курс на эту тему, или давайте мы обязательно до приема на работу всем будем наши правила рассылать, чтобы люди не наши вообще даже не доходили до нас. То есть здесь как раз в этом смысле мы сервис, который мы можем предоставить в части развития информационной безопасности, но мы не будем заказчиками. То есть вы будете организатором процесса обучения? Да, да. Да, Павел. Не знаю, вот с точки зрения безопасности, мне кажется, именно они мониторят этот процесс, они понимают среднюю температуру по больнице, они с помощью своих инструментов видят, кто как нарушает. И поэтому, мне кажется, именно подразделение безопасности, информационной безопасности должно выступать инициатором обучения по осведомленности, проведения тренинга, проведения тренировочных фишинговых атак, для того, чтобы народ поддерживать соответствующий уровень знаний и поддерживать в постоянном в легком напряжении
по этому поводу, потому что если идти по пути рассылок, там, раз в две недели, раз в три недели, что, уважаемые коллеги, вот там-то, там-то случилась такая-то история, поэтому будьте бдительны, помните, это все работает ровно на один день. На следующий день все забывают. А когда есть обучающий курс, которому сотрудник либо на регулярной основе, ну, либо на постоянной основе может либо сам по своей инициативе, либо после руководящего подзатыльника обратиться и пройти этот курс, и проверить свои знания, а руководитель увидит, что он заходил, проверял, сколько заходил, с какой попытки прошел, как прошел. Вот. И плюс эти самые, о которых я говорил, тренировочные, эти фишинговые письма, это будет держать людей в тонусе. Вот, я еще один вам вопрос задам. Вот я, например, как директор по кибербезу, да, у меня сотрудник совершил инцидент информационной безопасности и открыто коммуницирует, и открыто и правдиво коммуницирует о том, что, ребята, я не знал, что так нельзя было. Ну, у меня, например, подход такой, что это я в том числе не доработал, то, что на мне ответственность в том, что мы совместно там с HR не выстроили процесс обучения и процесс того, что сотрудник должен быть осведомлен в том, что ему, например, что-то делать нельзя. Как вот ваша практика, например, вот в этих вопросах? Сначала Ирина, вы со мной согласны или нет? Смотрите, при приеме на работу работник подписывает документы. Иногда читает, иногда нет. Там обычно... Вот мы говорим не про подписывает документы. Там да? обычно написано, что можно, что нельзя, за что он несет ответственность. Иногда бывает такое, что подписывают и не знают, что там было написано, потому что он в момент оформления, у него вот такая стопка документов, и примерно там час-два на то, чтобы всю вот эту процедуру пройти и приступить к рабочим обязанностям. Поэтому вот эти вот документы иногда проходят без внимания. И здесь вот очень важно, чтобы на входе был какой-то welcome-курс, ну, вот, который бы человек еще раз голосом проговорил, несмотря на то, что там уже написано. А вот если он под роспись ознакомился, а потом нарушил, ну, по формальному признаку мы можем, безусловно, то есть мы сейчас не берем формализм, мы не берем юридические аспекты, мы берем вот именно проблему «у нас болит». Сотрудник не знал. То есть он, безусловно, ознакомлен. Мы можем его наказать с точки зрения там правовой обертки, у нас все хорошо. А вот как бы я, например, как там менеджер, да, чувствую боль, что в том числе часть вины за это у меня есть. Мне кажется, надо смотреть на последствия. Если компании не нанесен ущерб действиями этого сотрудника, то здесь можно обойтись каким-то легким воздействием с точки зрения дисциплинарного, материального, там, мотивации, понижения и так далее. И провести обязательно какие-то мероприятия по усилению, вернее, по углублению его знаний. Если же компании нанесен материальный ущерб, то здесь уже подход к сотруднику должен быть более серьезен, вплоть до увольнения, до серьезной там демотивации, депримирования, и в том числе и привлекать к ответственности и его руководителя тоже. А, знаете, вот у нас тут прозвучало слово антифишинг, политики, прям очень здорово, но мне кажется, мы на две вещи смешали как бы, в кучу, что называется, да, стоит разделить. А, вот есть политики безопасности, касающиеся, например, там, работы с конфиденциальной информацией, да, которые можно замечательно формализовать и, разумеется, под подпись сотруднику дать и говорить, что вот ты прочитай и, пожалуйста, там, документы из компании не высылай. То есть мы говорим, что вот мы тебя довели, значит, это ты будь любезен выполнять. Да? А второй вот момент, здесь слово антифишинг прозвучало, это вот обучение какой-то, ну, пониманию какой-то кибергигиены, да, и умению распознавать, ну, тот же фишинг, да, или атаки, которые идут на компанию, по сути, это, ну, такой awareness, да, не в том смысле, что мы пытаемся сделать так, чтобы сотрудник не стал злоумышленником сознательно, ну, взял что-то, выслал, да, там, не знаю, телефонную книгу компании, или там, договор какой-нибудь, или еще что-то, да, а мы пытаемся застраховаться от ситуации, когда сотрудник станет, по сути, точкой входа кибератаки в компанию, но по незнанию. То есть, ну, он просто не понимает, как фишинг отличить. Вот он открыл, ткнул, там что-то ввел, данные утекли. А там все так хорошо замаскировано было, он даже вообще не заподозрил, что он что-то не то делает. Да? И здесь, вот, мне кажется, применять какую-то презумпцию виновности прям будет неправильно. Потому что мы тут сейчас вот много раз слово «наказание» употребили за 5 минут. Да, вот вообще страх, он парализует как бы волю, инициативу, это надо помнить. Да, если мы будем сотрудникам говорить, что вот мы сейчас тебе тренинг навяжем этот по, значит, security awareness, рассылками тебя будем долбать, и пойди-ка ты разбери, какая из них имитирована, какая настоящая, не дай бог, ты что-нибудь не так ткнешь, мы с тебя тут премию снимем.
это прям, ну, жуткий напряг будет создавать в коллективе, и прямо на вовлеченность, которую мы здесь упоминали, будет влиять, ну, прям негативно и прямейшим образом. Да, вот здесь, мне кажется, подходы должны быть другие все-таки. То есть, если мы там какие-то, какой-то DLP подобный, да, и awareness вот взращиваем, там, ну, трек, по сути, один, да, то есть мы политику написали, мы ее довели, мы довели последствия нарушения и говорим, что вот, ну, давай, если у тебя есть вопросы, ты можешь обратиться, но здесь, наверное, опять же, там, не надо предполагать, что сотрудник априори там виноват, да, его тут же покарать. Если он под наблюдением находится и видно, что он там периодически что-то высылает, да, или там вступил с кем-то там в сговор, и там что-то происходит, тогда, конечно, тут меры дисциплинарного воздействия можно и нужно применять. А если он там что-то несознательно сделал, да, или там, я не знаю, он, например, ивент-менеджер, и там собрал данные и там отправил куда-то наружу. Вроде как это персональные данные, а вроде как ему по работе положено это делать. То есть вот тут грань тоже очень тонкая, его там за что-то наказывать, наверное, будет неправильно. Константин, с фишингом вот, другое. Вот ну, как раз у нас сейчас есть один вопрос из зала, а потом после этого вопроса Сергей Журин нам доклад подготовил по как раз-таки по подходам. И предлагаю на это время дискуссию припарковать, а потом... Давайте, да, прям про фишинг интересно. Да. День добрый. Я перед вопросом хотел дополнить по теме и сослаться на европейский опыт. Был такой 9 лет назад инцидент замечательный с румынским программистом Барбулеску. Очень хорошо ищется и так далее. Так вот, спустя 9 лет неожиданная развязка, по-моему, в 2018 году наступила, когда Европейский суд по правам человека в итоге признал, что работодатель, даже если сотрудник нарушает, даже если он был ознакомлен со всеми правилами и все равно вот наперекор пошел и чатился, хотя это было запрещено, как в случае с Барбулеску, в рабочее время с рабочей машиной и так далее, и его предупреждали. Так вот, суд постановил, что работодатель не вправе ожидать от работника на 100% исполнения вот этих правил. Вот как у них. Понятно, что у нас по-другому, но тем не менее... Вот неожиданная развязка была. А вопрос у меня был по теме тех же обучений. Больная тема для меня, как для начальника отдела. Так вот, появилось не так давно исследование замечательное, что будет, если перекормить сотрудников такими обучениями. В частности, оно было по фишингу, и вот оказалось, что результативность снижается. То есть те, кто прошел обучение 1-2 раза, лучше распознавали фишинговые письма, чем те, кто прошел 5 раз и более. То есть они тыкали на ссылки чаще или больше выносили мозг безопасникам, лапки кверху, ой, это не нас, вот специально обученные люди, пусть теперь разбираются. Что вы думаете с тем, как не перекормить? Где надо остановиться в обучениях? Раз в полгода, это самое частое, может раз в год послать фишинговые письма там одному и тому же сотруднику, чтобы не перекормить. Ну а вообще, Ирина, в принципе, любым обучением можно перекормить сотрудника, да? Особенно, если там есть тестирование, человек запоминает, как правильно отвечать, он просто прокликивает, и толку от такого обучения нет. Знаете, вот я просто когда работала в консалтинге, работала с клиентскими данными, у нас тренинги по фишингу и social engineering были примерно раз в год. И то там, ну, просто иногда они меняли подачу, то есть, чтобы они не приедались. В прошлый раз был мультик, сейчас сняли видео, в следующий раз еще что-то. И это было специально сделан, контент не менялся, но чтобы человек не, ну, просто не терял интерес, мы подачу меняли, нарезали на более короткие ролики. Сейчас, знаете, вот молодежь, они привыкли ленту в Фейсбуке так или Инстаграме пролистывать, и там у них фокус внимания примерно 2 секунды. Если 2 секунды ничего не привлекло их внимание, они сразу к другому, да, переходят. Раньше где-то 1.5 минуты считалось, что можно удержать фокус внимания. То есть сейчас тенденции меняются, и все, что мы делаем в обучении, начинает подстраиваться под вот эти вот технологии. То есть как лучше всего повлиять на человека, который целый день листает ленту Фейсбука, Инстаграма. Сделать ему что-то похожее, что будет его за 2 секунды цеплять внимание. Иначе он, ну, просто не способен много букв сразу воспринимать. Если он видит без картинки текст, все, ему скучно, он сразу начинает отвлекаться. Вот. А компания Билайн, вот, например, даже рассказывали как-то, их чат-директор нам рассказывала, она говорит, когда они делали обучение по комплайенсу, ну, представляете, тема, в принципе, такая, ну, достаточно, как ее сделать веселой и всех развлечь какими-то красивыми историями, они что сделали? Они сняли сериал, сняли сотрудников компании, прям задействовали их как героев этого сериала,
И сделали полутораминутные такие серии, и 60-страничный регламент по комплайенсу переложили в полутораминутные вот такие серии. И она говорит, я захожу в лифт, ребята меня не видят, стоят два сотрудника, разговаривают между собой, один другого спрашивает, как ты думаешь, они поженятся? То есть люди реально вовлеклись, какой-то там какой-то сюжет был с историей, и вот так заходит. Поэтому вот если вы хотите эффективного обучения, то надо просто выбирать формат, который для вашей аудитории подходит. У нас вот наша аудитория, например, наша компания, у нас средний возраст сотрудника 29 лет, 73% парни. Вот какой им формат зайдет? Это интроверты такие, да, программисты, айтишники и бэшники, которые, вот попробуй до них донести такую информацию, ну, это будет сложно. Нужно выбирать формат, к которому они привыкли. И также под любую аудиторию в компании. Надо просто выбирать подходящий формат, тогда ваш эффективный, тогда ваше обучение будет эффективным. Вот мы, кстати, сейчас еще один кейс проговорили, а то, чем HR, если HR отвечает за внутреннее обучение, может помочь сотрудникам функции информбезопасности. По нашему опыту надо чередовать. То есть есть плановое обучение, которое там, ну, не надо чистить, то есть, наверное, раз в полгода, ну, там, самое частое, что мы наблюдали, это раз в квартал, чтобы сохранялась эффективность. А второе – это ситуативное. Потому что, например, если сотрудник кликнул фишинговую ссылку, реально фишинговую ссылку, и где-нибудь на шлюзе это событие было поймано, и случился инцидент ИБ, а это, в общем-то, инцидент ИБ, то к нему, соответственно, там, информационная безопасность приходит и говорит, смотри, вот ты, ну опять же, как подать, да, но я сейчас сильно упрощаю, что вот смотри, там ты нажал на фишинговую ссылку, она была опасная, давай там ты пройдешь тренинг, он ситуативный. Такое знание, ну вот Ирина очень справедливо по поводу формы подачи да, дала комментарий, но вот именно ситуативная подача, она тоже прям очень имеет место быть, потому что если это просто там раз в полгода, ну это абстракция, то есть я ничего не нарушаю, ну ладно, так и быть, пройду. То есть у меня вот нету связки с тем, что я реально вот могу как-то это знание применить, а если я ну, там, неосознанно спровоцировал инцидент ИБ, и мне говорят, что, слушай, ну, вот, мы тебя хотим научить, чтобы такого больше не было. Да, я говорю, о, ну, давайте, конечно, я тут не знал, а сейчас узнаю. Тогда это вот будет более эффективно, но здесь понятно, что нет понятия там периодичности, здесь есть ситуативность. Ну, вот все. Целевой фишинг отличается от обычного, что он направлен именно на конкретного сотрудника, на конкретную компанию, на конкретную деятельность, того, тем, чем человек занимается. Это может быть персонифицированное письмо, обращение, там, уважаемый Сергей Сергеевич, вот, и основанный на знании, что пользователь хочет, желает, с чем он работает. Но если рассматривать все варианты компьютерного проникновения, вот, то целевой фишинг является наиболее таким оптимальным для проникновения. И он, скажем так, безопасен для нарушителя. Он не вставляет нигде флешку, не подключает никакое оборудование, как, например, может быть, если вы генератор продали с 4G модема. С 4G модема вы периодически отключаете, говорите, доплатите за починку генератора. Вот. То есть это удобно, безопасно для внешнего нарушителя. Он проникает в вашу систему через целевой фишинг. Вот. Какие варианты, допустим, были с использованием целевого фишинга? Было расследование компании GrowPyB. Это когда с помощью целевого фишинга был внедрен вначале клавиатурный шпион, потом вредоносный ПО на криптовалютную биржу. Вот. И это программное обеспечение, когда дилеры ушли на работу, меняло котировки валют. То есть те, кто вкладывали, допустим, в покупку доллара относительно евро, и наоборот, заранее знали, через что минуту будет такое соотношение курсов. И когда дилеры пришли обратно на рабочие места, они видели, как котировки валют двигаются у них на экране, они были удивлены сильно, вот, но тем не менее, допустим, такая фишинговая атака прошла. Или когда в 2014 году администратор системный Лука Кодрич открыл фишинговое письмо, только потому, что он очень хотел стать членом одной почетной организации. То есть злоумышленники постоянно хотели проникнуть в эту криптовалютную биржу и посылали, допустим, директору письма, вот вам письма, вернее, билеты на скачки, потому что он очень любил ипподромы, он не открывал. А вот системный администратор взял и открыл, потому что ну, очень хотел стать членом одной почетной организации. И, конечно, данные со всех криптовалютных кошельков были сняты, потому что у сисадмина был доступ в сеть. Ну, и также шифровальщики вполне себе могут с фишингом прийти и зашифровать вашу сеть и потребовать выкуп, включая распространение по всей сети. Вот. Ну, пример стандартной целевой фишинговой атаки, он начинается с того, что разрабатывается фишинг-сайт, на который вы перенаправляетесь и происходит эксплуатация уязвимости сайта, когда вы его запускаете на вашем компьютере, идет невредоносного ПО, либо вы просто открываете файл в формате RTF, например, или DOC. Например, 2000 евро стоит ПО для инжектирования вредоносного ПО
файл в формате RTF Microsoft Word Intruder, вы его купили за 2000 и рассылаете кучу фишинговых писем, а вот где-то кто-то откроет, а вот где-то шифровальщик как бы сработает, вот, и злоумышленник получает таким образом статистическую выгоду. И, соответственно, после фишинга может быть распространение по сети дальше, через общие директории, например, если плохое идет администрирование, через дырки в фаерволах и так далее. Внедряется вредоносное ПО через прикрепленные вложения наиболее часто. Обычно используются уязвимости нулевых дней, потому что против них еще нет защиты. Вот, по способу загрузки обычно используются дропперы валидатора, то есть не сразу запускается вредоносное ПО, а вначале запускается программа, которая сканирует, какая у вас есть операционная система, какие стоят средства антивирусной защиты. И, например, если это сделано с помощью скриптовых приложений, то есть идет непосредственно запуск .exe-файла, а скрипты запускаются в памяти, и антивирус, поскольку эти скрипты интерпретируются, он не понимает всегда, что это вредоносное программное обеспечение. Вот. И далее, после этого понимания, что в вашей системе есть такой уязвимый, уже непосредственно загружает систему удаленного управления. Вот. Если рассматривать меры защиты от фишинга, то, ну, по моему опыту, наиболее эффективным является обучение и мониторинг готовности персонала. Почему? Потому что наиболее дешевы, и именно персонал является как бы, вот, тем психологическим звеном, который именно захочет нажать на ссылку, или испугается и нажмет, или он какой-то там у него возникнет эмоция. То есть эмоция — это основное, почему человек нажимает на ссылку. То есть эмоция, она идет впереди логики, ну, часто. И вначале можно нажать на ссылку, потом, ой, что же я сделал. Вот. Все остальные вот, программы технические средства, да, они являются дополнительными, но те же системы защиты конечных точек или Intrusion Prevention, Intrusion Detection System, они, в общем-то, дороги и менее эффективны в сумме, если рассматривать, сколько мы затрачиваем денег и какой эффект мы получим после этого, по сравнению с мониторингом и обучением готовности персонала. Ну вот некоторые международные стандарты по готовности к целевому фишингу. Вот. И сам процесс обучения и мониторинга состоит, в общем-то, из таких простых вещей. То есть вначале выбирается программа, которую вы хотите протестировать, персонал, например, GoFish, которую я использую, она бесплатная, в интернете можно взять. Вот. Разрабатываются тестовые фишинговые письма, нарастающей сложности. То есть вначале я, вот, допустим, делал фишинговый пис, там, допустим, 5 ошибок, чтобы человек заранее понимал, что, допустим, наш предприятие Элерон пишет с одной, значит, с одной L, я пишу Элерон с двумя L, вместо департамента безопасности пишу службу безопасности. Человек уже интуитивно видит, что что-то не так в этом письме. И письмо приходит не с Элерон.ру, а с Mail.ru. Ну, вот. Дальше либо идет обучение персонала, либо нет. Дальше необходимо согласовать со всеми службами всю вашу деятельность по целевому фишингу и с айтишниками, и с ИБшниками, чтобы потом не было сюрпризов и время, когда вы письма отправляете, и содержание писем, что вдруг вы захотите выпендриться, сделать что-то такое сложное, а люди как бы потом ведут свои персональные данные, и вы, возможно, их можете взять себе. Вот. Ну и, соответственно, потом идет рассылка писем, анализ результатов. Ну вот на экране приведен пример скриншота из GoFish, сколько писем послано, сколько открыто, насколько нажата ссылка, или, допустим, кто ввел данные. То есть, допустим, помимо ссылки может открыться интерфейс, введите ваши данные, допустим, ваших банковских карт, потому что мы дарим вам 25% скидки к 25-летию вашего предприятия. Вот, при обучении важно, чтобы человек понимал, как идет сама фишинговая атака, какие методы социальной инженерии используются, чтобы он стал на место потенциального нарушителя, понимал, как тот действует, и, соответственно, по методу обратной связи понимал, что нужно делать. Вот. Идет как обучение понимания принципа фишинга, так и что делать, допустим, для системных администраторов и для там, обычных айтишников. Разграничение доступа к базе данных, минимизация адресов на корпоративном сайте, чтобы снизить вероятность фишинговой атаки. Вот. Дальше идет как бы, понимание, как, что такое фишинговое письмо, какие могут быть критерии. Ну, вот критерии впереди на экране, но самое главное, что вызвать человека чувство интереса, страха, там, жалости, желание что-то купить. Вот. Или необычные вложения, допустим, необычное название вложенных файлов. Вот. То есть человек, когда эти критерии знает, ну, понятно, что нарушитель может каждый раз более хищенно действовать, но тем не менее основные критерии человек должен знать. Вот. Потом дальше идет тестирование, например, в автоматизированном режиме, вот, и задают различные вопросы, которые относятся, допустим, вот к исследуемой области, и человек отвечает и закрепляет свои знания. Вот. С точки зрения мониторинга готовности, вот, например, смотрится наиболее интересный сценарий, что хотя бы было интересно нажать, список уволенных сотрудников пришел. Ну, интересно знать, вдруг меня уволят, список, кому премия, вот, список, там, кого депримируют.
Вот такие всякие интересные вещи делаются, и люди нажимают, и иногда бывает, люди просто пересылают эти письма, допустим, другим людям, у меня что-то, допустим, файл не открылся, открой ты. Вот это тоже очень вредно, потому что кто-то рассылает, ну, думаю, что, допустим, не та версия Word, пересылает другому, а просто при запуске происходит запуск вредоносной программы, а Word просто не запускается. Вот, и главное остановить еще само фишинговое письмо на этапе, когда оно пришло к адресату. Вот. Ну и мониторинг готовности, он включает в себя теорию, практику, понимание периодичности. Вот. И что вот интересно, например, после проведения, допустим, тестирования, я понимаю, какие версии операционных систем стоят на тех конечных точках, кто нажал на ссылку, у кого на мобильном телефоне стоит корпоративная почта, какая-то, допустим, Android или другая операционная система. Сработали антиспам-фильтр. То есть это не только как бы обучение, оценка готовности персонала, но это еще оценка готовности всей инфраструктуры в целом, в том числе и технической. Вот. И, соответственно, что чем дальше мы тестируем, тем сложность должна повышаться, и чем более продвинутого пользователя мы тестируем, тем сложность должна тоже быть выше. Потому что легко распознать сисадмин простое фишинговое письмо, а бухгалтер, наоборот, не распознает, если это будет адресное письмо, давайте обновите ваш 1С и подпись там системного администратора, какой на самом деле он и есть. Поэтому главное пользователя не испугать, ну и, а с другой стороны, чтобы он не был слишком на расслабоне. Вот. Ну, в некоторых странах, если мы рассматриваем, может быть, разные морально-этические соображения по отношению к фишингу. Вот. В каких-то странах должна быть создана благоприятная среда, в каких-то более жесткая. Ну и тоже в зависимости от типажа компании, какие у нас сотрудники, с каким они сознанием. Если мы, например, рассматриваем США, так ради интереса смотрел тесты, как по фишингу тестируют США, у них обязательно должно быть юридически грамотно оформлено, чтобы сотрудник потом в суд не подал, что вы мне прислали фишинговое письмо, это вы виноваты, потому что я на него нажал, вы меня официально не уведомили. Нельзя, конечно, создавать там фишинговый сайт Сбербанка, это тоже может нарушить авторские права, потому что Сбербанк к вам предъявит. Вот. Ну и желательно персональные данные в облака не выгружать, чтобы они не утекли по возможности. Вот. Ну и скажем так, с точки зрения выбора программного обеспечения организационно-технических мер, я вот организационные меры поставил на втором месте в части эффективности, но по сложности внедрения на последнем месте, потому что их внедрить сложно. Люди как бы приходят новые, забывают, кому-то неохота и так далее. Вот. Но оргмеры должны быть обязательно, ну, совместно с какими-то антивирусными решениями, системами фильтрации спама. Вот. То есть такой, скажем так, оптимальный вариант. Вот. Ну и, в общем-то, общие рекомендации по возможности использовать все возможности программ для тестирования, потому что там можно загрузить и e-mail адреса, и FIU для обеспечения персонализации обращения к человеку, но главное наращивать постепенно, вот, использовать как бы оптимизацию защиты от фишинга, то есть и обучение, и легкие лайтовые программные меры защиты, вот, и устанавливать, допустим, там те же пароли разработчиков, удалять пароли разработчиков по умолчанию, вставить антивирусы на рабочих станциях, куда могут прийти фишинговые письма, ну и периодически обучать персонал. Спасибо, Сергей. Мы сейчас проговорили о таком довольно распространенном уже, там, в 2021 году мы говорим, что это уже довольно распространенная методика там, воспитания каких-то практических навыков в области кибербезопасности. А что еще? Какие тренды? Что нам говорит мировая практика? Мировая практика говорит нам, что, во-первых, ну, тематика с обучением растет и будет продолжать расти, потому как люди, согласно там, многочисленных исследований, больше чем в 70% случаев являются точкой входа кибератаки в компанию. Поэтому здесь инвестиции компании, ну вот Ирина показывала слайд, да, что что бы вы сделали, сократил бы там расходы и перенаправил бы эти деньги на eWareness, да, вот ровно про это. Учить надо. Но здесь важна комбинация организационных и технических мер. То есть и регламенты писать важно, и правильные технологии внедрять важно, и пользователей учить важно, и правильные процессы строить тоже важно. Это, наверное, правильный ИБ. Правильно организованный ИБ лежит, в общем-то, на стыке вот этих вот четырех вещей, что в России, что, в общем-то, в мире. Вот это наблюдаем и мы, и не только мы. Спасибо. Сергей, слушай, у меня еще один вопрос интересный. На практике, например, является ли там, картина в среднем по больнице по реакции там, на те же самые
фишинговые письма, является ли там инструментом, ну, именно на практике. Все говорят в теории, что да, покажите результаты руководства, вам дадут бюджет. Да? А как с практикой дело обстоит? Ну, обычно по результатам тестирования на фишинг там бюджет какой-то выделяться не будет, просто применяются там организационно-технические меры по снижению рисков, исходя из статистической картины, которую дало тестирование. То есть там корпоративная почта на андроидах убрать, допустим. Спам-фильтр не настрой, настроить. Хорошо. А вот, например, на твоей практике участие подразделений HR в данных вопросах было в чем-то? В обучении, в... Нет, я сам как технический специалист просто, ну, на сайте вывешивал программу, люди почитали. Понятно, сам как технический специалист. А как ты думаешь, если пойти в HR, там помогут чем-то? Ирина, поможете? Здесь действительно важна такая правильная совместная работа, потому что, ну, мы же убедились в том, что HR лучше чувствуют аудиторию и могут правильно подать. То есть контент с вас, а форма подачи с нас. Ну и опять же, как бы, насколько я понимаю, можно договориться о содержании писем, чтобы они больше встроились в тот воркараунд, который в бизнесе есть. Потому что HR и внутриком, как-то точно внутриком про это знает лучше. Когда у нас наша команда «Веселые перцы» пойдет на очередной квиз играть на Арбат, например, и будет собирать народ в компании. Мы зачастую об этом не настолько хорошо осведомлены, поэтому тут совместные усилия, наверное, да. К Сергею такой простой технический вопрос. Вот уже достаточно давно появились антифишинговые средства в браузерах. Вот насколько они эффективны, вообще спасают или нет? Антифишинговые средства, они больше заточены под массовый фишинг. То есть, если злоумышленник понимает, как они работают, то тогда он их, конечно, обойдет. Сергей, я правильно понимаю? То есть вот то, что есть технические сейчас средства, которые есть, они ок, например, для защиты, не знаю, своего ящика на Mail.ru, но для АПТ, для целевой атаки, для именно фишинговых рассылок с целью там, нанесения ущерба бизнесу, они намного более изощренные, и там какими-то common-методами они детектируются намного сложнее. Ну да, потому что нарушитель, он как бы должен получить эффект как бы от внедрения, он заранее понимает, что это для него какой-то бизнес, ну, в разном, то есть похитить информацию, остановить процесс, чтобы это привело, скажем так, что, допустим, там конфишинговая атака, чтобы завалить казино, ну, допустим, которое наиболее популярно в момент проведения игры, чтобы мое казино, допустим, набрало больше игроков. То есть это как бы прямой экономический эффект должна быть иметь такая атака, поэтому они изучают рынок, как противодействовать, и, ну, наиболее вероятно должны попасть. Ну, и тут... вот этот вот плагин или там любое техническое средство, надо понимать, что это защита все-таки запаздывающая. То есть это как бы сравнение с чем-то уже известным. Ну, там, может быть, какие-то эвристики есть, но все равно она как бы запаздывающая. Поэтому тут, наверное, не или, надо говорить, что или плагин, или вот awareness, а все-таки и, потому что правильно натренированный сотрудник, он распознает и не нажмет. Ну вот, скорее так, да, а уж там... Поймалось бы это плагином или не поймалось, это как следующий уровень защиты. Вот. Лучше все-таки стремиться к тому, чтобы все-таки не нажали. Ну, это как по аналогии уязвимости нулевых дней, да? То есть... Да, безусловно, также, наверное, с антивирусом. То есть понятно, что они что-то ловят, даже умеют какую-то эвристику, но, как показывает практика совместно, ну, с последних громких инцидентов, Zero Day и далее. Очень большая тема, знаете, это вот к вопросу о том, от какого злоумышленника защищаемся. Мы сейчас прям не будем ее развивать, потому что у нас на эту тему прям очень много материала, но от там, атак, спонсированных государством, понятно, что ну, антивирус как таковой, наверное, не защитит, да, то есть там нужно другие средства применять. От там, сильно типовых угроз, конечно же, да, то есть вопрос, от кого защищаемся, да. Кто злоумышленник. Вот, ну и мы уже задали ряд вопросов на следующую дискуссию, может быть, в этом составе как-нибудь еще встретимся и поговорим. В общем, коллеги, спасибо огромное за участие.